Так, я подключаюсь. Мы уже подходим к этому месту, видимо, к поиску зону, которую мы должны найти здесь где-то человеков. Человеков ни одного. Слушай, они здесь ли мы... Блядь, я вспомнил тебя, сукин сын! Так, сейчас мы будем пытаться еще раз как-то его выцепить. Я думаю, самое то сейчас попробовать это сделать. Во-первых, мы должны из из инвентаря каким-то образом... Сюрикены у меня вставлены, хорошо. А я могу их вот так вот перенести? Вот на какую клавишу их использовать? Отлично. Так, собрать можно его теперь? Я просто кинул, чтобы посмотреть. Нельзя, все, забудь. Я понял. Значит, сейчас будем как-то аккуратненько. Близко подходить нельзя. Смотрите, он прям сюда целится. Попал? На! Вроде куда-то попал. Бля, больно очень. Надо отходить. Подальше причем отходить. Кто-то кричит. Это не ко мне? Я буду просто не подставляться. Я буду потихонечку ему закидывать сюрикенами, знаете, так, аккуратно. И при этом... Сука. Что ж, блядь, вам не имется-то, а? Почему ты... Ты на выстрелы, что ли, пришла? Все, готово. Отдыхай. Так, вернемся к нашим баранам. А точнее, одному. Где наш парень? Он ведь знает... Попался, говорит. Надо аккуратно смотреть, чтобы он как-то не кинул гранату. Если еще кто-то бежит. Вот почему ты к нему не бегут, а? На! Куда я попадаю? Я просто хочу увидеть хотя бы одним глазком, куда я попадаю. Мне кажется, что я знаю, как к нему попасть. Сейчас будет попытка такая, знаете, очень опасная. Ах, ладно. Была, не была. Kareem, I think I found your lost patrol. Something ripped them limb from limb. Ну да. Потеряно 800 очков. Из-за говна. Сказать. Все очень плохо, я хочу сказать. Вот что. Там мне какое-то задание передают, но... Какое черта задание, когда, блядь, я не могу никак разобраться с этим парнем? Смотрите, вон он стоит. Смотрите, я сейчас такой... А нет, нельзя в безопасной зоне, к сожалению, пользоваться сюрикенами. Говорят, что вот по этой штуке можно спускаться. Сейчас я пойду и надеру ему задницу. Вот вы не верите? А я надеру. Опа, привет, чувак. Я думал, ты зомби, если честно. Надо как-то все сейчас это красиво организовать. Ну, вы видите, в принципе, это возможно. Но там приземление стоит мне очень много жизней. Мне надо как-то там спрятаться и похилиться. Но ведь это скотина... О, привет. Ты тоже скотина, кстати. На, я тебя поломанным. Так, давай другим. Нихуя, как ты можешь? Я такого не знал. Скотина! Вот это для меня только что открытие было. Ни хрена, как они умеют. За ногу схватило. Это на самом деле было... Ну, это вполне возможно. И это классно, что они так делают, но... Блять, серьезно, ребята, я аж испугался. Лопата могильщика. Так. Сейчас этой лопатой ему огрею. А сюрикены до него не долетают. Сейчас надо быстренько осмотреться. Можно, в принципе, вот от заправки. Но он от заправки меня не подпустит. Так, сейчас мы возьмем вот эту таку. Пошел ты в задницу. Так, ага, отлично. Жалко, нету сейва, я бы засейвился. Так, 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 тихо. На! Не долетит, конечно же. Давай, говорит. Come on. Пробел используйте, можно залезть. Здорово. Так, попробуем подсосаться. Не, не получится сейчас, подожди, подожди, парень. Я опять слышу, кто-то бежит. О, привет. Горящая баба. Ко мне время от времени кто-то подбегает, пытается. Оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас мы снизу здесь пройдем. Я попробую. Я все-таки попробую. Я, сука, доберусь до него. Вот вы не верите, а я это сделаю. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Как летает-то очень рядом. Зомби идут сюда. Как присесть? Как присесть, блядь, сейчас попадать начнет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Молодой человек! Пошел в задницу. Так, вот сюда, может быть. Отлично. Может, к нему можно проникнуть внутрь? 70 хп, нормально. Так, мы за ограждением. Пиздец мне. Блять, а какой же ты, сука, а? Противный, противный, противный противник. Вот честно, вот по-другому не скажешь. Честно говоря, особо не понимаю, что делать. Защищать. Кого защищать? Вот я пришел защищать. Ну-ка. Ого! Наконец-то! Что с тобой случилось, парень? Как ты так угодил сюда? Я понял. Бежи. Это Джейн, если вы еще нашли убежище, сделать это сейчас же. Сейчас уже ночь, вы рискуете. Ты дашь мне денег, и я пойду отсюда.
Мы приехали на игры, я из тех, кто кричат «США, США, США». На местном это не нравится, а мне смешно. Пошли они, правда, иностранцы тоже меня достали. Да, когда началось это все зомби, я подумал, что ну нифига себе, влип. И вот я подумал, что Райс нормальный чувак, тусовался с его ребятами, потом все как-то резко скисло. И где-то так я решил попробовать пожить в башне. Так вот, дорогой земляк, предлагаю сделку. Доставишь меня в башню чудесную, и я дам тебе кое-что. Никто из... Ну, короче, давай. Да, Ник, просто снова в игре. Не пожалеет об этом. Прежде чем пойти в башню, мне нужно кое-что забрать. Сейчас будет ночь! Нет времени на споры, следуй за мной. Ой, блядь, нам сейчас с тобой так будет весело, Ник. Ник, тебя надо защищать. Ну пошли, Ник. Дело-то в чем, Ник? На самом деле все намного интереснее. Почему? Потому что сейчас будет ночь. А ночь это такое время опасное, я тебе так скажу. Нам будет с тобой очень весело. Нам надо двигаться с тобой. Не обращай на них внимания, Ник. Ник, двигайся. Так, умирай давай. Блять, это жопа, Ник, Ник. Я не очень силен, скажем так. Блять, иди задница. Еще темно, сейчас охотники всякие пойдут. Ты понимаешь, чем все это чревато? Зачем ты дерешься? О, не, Ник, слышь, я этот передумал. Я пойду книгу занесу в башню. Лучше. Нахер надо? Я тебя ножом. Не, Ник, Ник, ты этот как-то сам давай. Я тебя защитить не смогу. Я слишком для таких заданий пока еще слабый. Оружие мое недостаточно сильное. Уж прости, Никибой, но я толпы убивать зомби пока что не могу. Зря я взял защищать, больше брать не буду. На самом деле это такая дичь. Кстати, ночью все, весь опыт, он же удваивается, это приятно. Но ночью еще и тебя могут поймать за жопу. Очень просто. И ты потеряешь по 700 очков. Так что тут ставки такие себе на самом деле. Тихо. Так. Я почти что опапался еще раз, но это на самом деле ни о чем не говорит. Почему? Потому что я особо... Слушай, что за звуки? Задание говорит, что 20:58, вернее, мои часы мне говорят. Пошла ночь, и сейчас будет... Ну, охотники выйдут. Я слышу, что они, скорее всего, уже повыходили. Наступает ночь, замечательно. Так, а где мы находимся относительно... Я вижу уже одного охотника. Относительно башни мы находимся, ну, далековато. Далековато, скажем так. Очки удваиваются, я вижу, мне 20 очков дают вместо 10. Замечательно. Замечательно. Это, конечно, все очень классно. Так, мне нужно сразу будет сейчас из инвентаря все убрать. Убери, пожалуйста. Как это убрать? Я хочу фонариком сейчас уметь пользоваться. Это делается на... Я тебя кинул случайно, сюрикен. Я забыл, как фонариком пользоваться. Не забыл, вернее. У меня сейчас не получится им пользоваться. Ладно, хрен с ним. Это не так сейчас важно. Сейчас главное, блядь, убежать. Быстренько спастись свою шкуру. Потому что ночь — это время такое... Не люблю ночь, я утром-то так себе выживаю. Очков, конечно, много, ничего не скажу, но ладно, все, я в безопасной зоне. Так, я сейчас опять начну тупить. На этот раз не буду, пожалуй. Пойду отдам вещи, которые я там наприносил этому парню. Я думаю, он мне за это будет благодарен. Ну все, достал мои очки, книгу не забыл? Отлично! Боже, очки такие замусоленные, что ты с ними сделал? Ладно, проехали, неважно. Вот, возьми, в благодарность за беспокойство. Спасибо. 3,5 очков, хорошо. 1000 еще ты мне дал денежек. Нормально, слушай, вот это я люблю. Так, ты торговец? Ты никто, ты хер с горы. Ладно, мне бы надо бы поспать по-хорошему, да, и продаться бы. Вот ты чем-то занимаешься. Чертежи, у него есть всякие тоже вещи. Начнем с того, что я попродаю всякую фигню. Вот это я зря продал, наверное. Ну ладно. Я думаю, сейчас купим что-нибудь хорошее. Армейское вот это я ставлю. Лопату отдадим. Великолепные сюрикены оставим. Кофе. Ну, я типа не знаю, в чем смысл кофе пока что. Пускай пока отходит. Так, чемпион. Питбуль, братер. Бретер какой-то, бретер. Вышибала, убийца. Электроника. Это все я пока ставлю. У меня, кстати, очень много могу сделать себе аптечек. Надо будет их потом покрафтить. Так, купить. Дай что-нибудь посмотрим. Надо что-то покупать. У меня сколько денег? У меня 6000, и я хочу взять что-то действительно стоящее. Что-то фиолетовое бы я взял, конечно, но имя, к сожалению, уровень не подходит. 108 урона дает, охренеть. Это 73, 79. Так, обращение. Вот это обращение просит меньше. Вот это обращение просит больше. Обращение это, видимо, стамина, возможно. 43 урона.
А нет, 101 урон, но при этом тяжелая кувалда. Я знаю, как он ее долго будет махать. Я думаю, полицейскую бы вот эту взять. Самое было бы то. Вот по сравнению вот с этой. Мне кажется, вот этой мы будем махать долго, хотя... Да хрен с ним, купим. Правильно, правильно. Так, давайте сразу же в инвентаре поставим ее к себе. А почему у меня? У меня тут на самом деле мало вещей. Он говорит, подойди ко мне, у меня есть специальное для тебя предложение. Любят заманивать. Найдите конверт с чертежами. Мы найдем его чуть позже. Мне сказали ночью попробовать до подстанции включить что-то. Забавно звучит, конечно, ночью что-либо делать. Слышь, ты что мне расскажешь? Ничего не расскажет он мне. Кладовщик мне ничего не отложил, к сожалению. Я вот сейчас думаю, чем бы заняться. На самом деле, очень интересно. Такая интересная дилемма. Наверное, я начну с того, что мы покрафтим. Я скрафчу себе аптечки, сколько смогу. Так, отлично. Еще аптечку. Израсходуем наши материалы. Пока они есть у нас, я думаю, это хорошо. Так, отмычки давайте сделаем. Пускай просто будут, да? Я на все делать не буду. Еще две отмычки, пожалуй, и все. Пока больше не надо. Натуральная есть аптечка какая-то. Ля-ля-ля. Усилитель скорости ночного видения, усилитель стойкости, усилитель выносливости. То есть можно всякие травки собирать и делать себе усилители. Сюрикены. Тоже можно делать. Ракеты, блядь. Ничего себе. Ракета. Это, видимо, шашка, что ли, сигнальная? Одну из них вы увидите весь город. А, я понял. Это, видимо, это на самом деле ракетка какая-то такая, световая. Ладно, попробуем сейчас задание. Я просто... Это сумасшествие, но мы попробуем. Как называется? Так, найти лаванду. Вот, главный пульт, включить автомат, напряжение. Ночью найдите главный пульт. Ночью, блядь, не утром. Но сейчас будет еще веселее. Я попробую еще раз. Надо пробовать, ребята. Вот вы не представляете, надо... На самом деле, надо иногда действовать. Надо пробовать. Если я не буду пробовать, то ничем хорошим это тоже не закончится. Я вижу охотника, который идет в эту сторону. Давайте посмотрим. Не, не хочу смотреть. Страшно, я хочу обратно. Ладно, пошлите. Будем выживать. Будем выживать. По-другому никак. Так, охотник рядом. Блять, сколько их здесь? Тихо. Аккуратно. Я думаю, мы эту ночь попробуем пережить. Я не знаю, насколько это сложно, но мы будем делать все, что сможем, чтобы не попасться. Так, вот охотников перед нами появился. Аккуратно свернем. Будем улочками всякими обходить их. Я думаю, на свет они все равно не реагируют. Они больше реагируют на мои... Если я прям в упор подойду к ним и спалюсь перед ними, тогда они отреагируют. А так они должны быть чуть потупее. Я так думаю. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Но если что-то взорвется... Вот мы дошли до подстанции. Что это за знак? Что он значит? Безопасная зона, груз упал. Нет, я, пожалуй, умываю руки сейчас. Так, вот здесь можно перепрыгнуть, в принципе, да? Но меня, наверное, не пропустят все-таки. Так, вот я вижу... Блин, там охотник есть внутри этого здания. Вот этого говна всего. Мне нужно найти глаз... Опа. Здесь тоже охотник снизу ходит. Надеюсь, он меня не услышит и не увидит. Вот если я сейчас сюда десантируюсь, вот как вы думаете, чем для меня это чревато? Смертью? Самоубийством? Блин, я бы очень хотел найти что-то. Вот что там горит? Это груз горит, я понял. 2, 3, 4 охотника. Чего их здесь так много-то? Я с ними драться не хочу. Я ведь знаю, что они очень сильные. Я не сумасшедший. Надо, вот можно световую ловушку сейчас будет активировать, в принципе. Если совсем все плохо будет. А где охотники? Кто-нибудь видит охотника? Блять. Тихо-т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 ихо. Иди в задницу. Он, по-моему, пошел проверять меня. Пошел-ка он в задницу. Вот это я свалился сейчас неудачно. Здесь просто пройдемся снизу. Ловушка... Хотя, может, ночью световая ловушка будет их приманивать? Как вы думаете? Ну-ка. И что это дает? Смотрите. А, они включили свет. Видимо, сейчас на свет сбегутся все твари. В том числе охотники. Скорее, охотники и сбегутся только. Так. Вот один охотник пробежал туда. Вот видите он? Чертов сосранец. Так, давайте мы тихонечко внутрь проберемся. Тут зомби, правда, куча, блядь. Я спорюсь перед охотниками, все, охотники меня загрызут, я думаю. Я с ними ни разу не дрался, но мне кажется, что они настолько имба, что, ну, у меня нет смысла с ними драться, ребятки. Что вы здесь делаете? Смотри, вот это вот зелененький. Давайте сюрикен какой-нибудь кинем. Вот в тебя. Не! Не! Я их могу под себя поприманивать пока, а потом просто уйти в другую сторону. Все равно я сюрикенами особо пользоваться не умею, просто пофанимся, знаете, так, оп! Забавно ведь. Залезать-то они все равно не умеют. О, 250, ни хрена себе. Слушайте, сюрикенами можно их убивать. Чё ты смотришь на меня? Блять!
Я понял. Пизда, ребят. Я пошутил. Смотрите, охотники все сбежались. Охуеть. На выс... Просто на мое появление там. Ладно, пойдем попробуем груз забрать. Кто там бежит? Не надо бежать. Не надо кричать. Кричать ночью — это очень опасно. Это самоубийство. Нет, ни хрена не видно. Дальше фонарика вот ничего не видно. То, что фонарик освещает, это единственное, наверное, что мне сейчас помогает. Так. Вот отсюда, мне кажется, можно на ту сторону как-то перебраться, нет? Здесь вот, если я заберусь. Ну, это танк нарисованный. Китайский, по-моему, если я не ошибаюсь. Кто танкисты меня, наверное, этот... Если что, поправят обязательно. Так, тихо, блядь, охотник, охотник. Каждый охотник желает знать, где там сидит фазан. Правильно? Правильно. Я сейчас куда ни ступлю, везде охотники появляются. Они типа на карте. Оп-оп, охотник новый, еще один охотник. Может вот здесь пройти? Что это за место? Ночью находишь, блядь, совершенно новые места. Это, видимо... Ну, я понял, что эта труба, я ее еще раз пробегал, просто внутри можно пройтись. Это классно. Так, давайте вот сюда залезем. Вот груз там. Я бы очень хотел отхватить этот груз. Но мне... Я тут просто так аккуратничать приходится из-за этих уродов. Так, прыжок. Отлично. Прыжочек еще. Вон, я вижу его отсюда. Я просто не могу в тупую побежать. Как мне бы очень хотелось так на самом деле сделать. Тихо. Чуть не спалился. Спалюсь один раз, все. До свидания. Можете меня уже записывать в мертвецы. Потому что такие люди не выживают, если честно. Которые встречаются с охотниками. Так, как сюда залезть, скажите мне? Я вижу, это парашют, видимо, да? Или это с другой стороны? Так, внутрь? Не надо. Не хотел бы я это делать. Ну ладно. Безопасная зона, лол. Прямо над безопасной зоной практически скинули груз. Может, это, кстати, синий-то светилось как раз-таки безопасная зона, а не что-то другое. Так. Груз находится еще выше. Вот надо мной, буквально, можно сказать. Так, а как мне туда попасть? Вот я думаю... Нет, я не думаю. Я знаю, вот так вот. Отлично, контейнеры. А в контейнерах у нас... Что это такое? Ракеты. Ну, набор ЧС какой-то. Слушайте, прикольно. А тут что у нас? Я не особо понимаю, что это такое, но... О, набор при ЧС. Комплект аптечек. Жесть, как классно, мне повезло. Можно сказать. Слушай, по-моему, утро наступает потихоньку. Да, уже светает. Я целую ночь прожил, вы представляете? Тупо ходил по игре, особо по сюжету не двигался. Ничего, зато пережил ночь первый раз. Повезло мне, можно сказать. Слушайте, охотники. У охотников зрение резко повысилось. А что это они такие зрячими стали-то? Вон, я вижу, снизу ходят, видите? Ну и что? Он не видит меня, но почему-то он на меня сагрился. Ночной выживший. Почему я не могу в него сюрикен кинуть? Смотри, а почему он такой горячий? Что с тобой случилось? Так, инвентарь. Ну и в чем проблема? Почему я не могу использоваться сюрикеном? А, это потому что я в безопасной зоне, вот почему. Он видит меня, что ли? Ты меня видишь, парень? Куда ты бежишь? Давай мы с тобой поговорим. Куда он бежал? Он бежит. Их, видимо, солнце палит, и они убегают. Вот туда-то, куда-то он убежал. О, я его вижу. Он весь оранжевый. Что с тобой случилось? Куда ты бежишь? Стой! Смотри, куда бежит. Давайте посмотрим, куда ночью уходят ублюдки. А, ну понятно. Конечно же, это можно было, кстати, до этого догадаться, что они уходят вот в такие места. Смотри, вон он. Давайте с одним разберемся, попробуем. Я попадаю в него. О! На тебе еще. На тебе еще. На тебе еще. А на солнце ты не выйдешь. А на солнце ты не выйдешь. Правильно ведь? Я тебя закидаю сюрикенами. Блять! Это, в принципе, было ожидаемо. От тебя-то это можно было ожидать. Я его убил. Я убил эту херню. На самом деле она убивается. Хорошо. 160 баксов. Слушай, еще один здесь. А, ты нет, ты просто дурачок. Ну ладно. Чё ты боишься-то? Тихо. Подскочил. На! О-хо-хо-хо-хо-хо! Я видел, куда я тебе голову... С какой стороны голову я тебя разбил. Все, держи. Отдыхай. Да. Тут кто-то еще дышит. Вот за этой штукой кто-то дышит. Кто-то большой.
Правда, я его не вижу, ну ладно. Конверт нашел. Not yet, wait a sec. Я по ним нахожусь, допустим, да? Покажи мне тебя достать, парнишка. Может быть, есть какой-то подлаз к ним? Сейчас надо быть аккуратным. Если он сейчас еще эти выпустит, мне надо будет сразу это парировать. Бежать. Хм, к нему не добраться, только с прыжка. Как же мне тогда это сделать? Die, motherfucker. Да, сам умри. Сверху можно на нее напрыгнуть, это типа понятно. Может, вот здесь, в тебе есть, пожалуйста, пускай будет в тебе. Это да, это задание выполнит. Ёб твою мать. То, что okay, нужно. Все, нашел. Тут, тащи ее побыстрее, будешь героем дня. А к тебе я еще вернусь. Конечно, чертежами у меня есть. Хотя, может, я прямо сейчас буду героем дня, на самом деле, да еще и с ним разберусь. Эй, ты! Иди сюда, я на антенной мачте, видишь меня? На антенной мачте? Я здесь наверху, мне нужна помощь. Сейчас, сейчас, сейчас. Я знаю, ребята, это же моя безопасная зона. Сейчас. Готово. Это для начала. Ну-ка, лежать. Готов. Мне было уже почти конец, спасибо. Да, пожалуйста, 120 баксов. Как с... Блядь, не знаю, как с куста. Так, как же этого парня тут достать? Вот это заправочка. А вон он, кстати, он даже не на меня сейчас смотрел. До этого. Гранаты он своим бы не метал бы, было бы все прекрасно. Он отвлекается на зомби. Один раз мне это почти помогло, только я не воспользовался моментом. А мог бы. А мог бы. Но опять зомби вывалился. Нет. Что она говорит? Она что-то говорит. Ложись, скотина. Лежи. Слушайте, вот эта дубинка на самом деле выносит говно, на самом деле. Очень просто и быстро. Еще один зомби. То есть он сейчас что-то взорвет, опять зомби подбегут. Да, ты еще постреляешь, приманишь зомби, отвлечешься на них. Как тебе такая идея? Вот она, собственно, и гранатка. Видите, я выживаю, типа, это не страшно. Сейчас должны прибежать зомби. Ага. Ну что, попробуем? Сейчас я, правда, подожду все-таки зомби сначала. Блять, вот это на самом деле почти меня не тронуло. Все нормально. Так, попробуем. Попытка, не пытка. О, отлично. Здесь я еще не был. Так, вот отсюда можно прям напрямую. Блять. Повезло сейчас опять. Так, ладно, последнюю хилку перед боем. Я должен с полными хп на него бежать. Блять, а! Да как же с тобой справиться, это сукин сын? А теперь мы можем пойти опять к Райсу. Опять к Райсу и продвинуться по сюжетному квесту. Давненько мы этим занимались, и стоило бы. А что у меня здесь за задание, кстати? Нужна помощь. Я попозже, ребятки, попозже кого подсосусь обязательно. Ой-ой-ой, тут же парень с винтовкой. Нахер. Пойду я по своему заданию. С этим парнем мы еще перевод. Вот когда нам откроются пушки, да? Тогда будет пистолет. Вот тогда я с ним поболтаю. Ой, я поболтаю с ним. Я постреляю с ним. Сейчас, я так понимаю, игра сама просто как бы показывает, ну типа, ну куда ты лезешь? Ты же видишь, что у него пушка, у тебя нет пушки, иди отсюда. Не нужно. Думаю, можно с уверенностью сказать, что местные Райса не любят. Да, зато они его боятся. Знаешь старую поговорку? Если можно забирать, можно забрать лишь одно, то чего люди всегда боятся. Макиавелли. Точно, умный был мужик. Макиавелли, простите. Конечно же, Макиавелли. Так, ребятки, что вы тут делаете? У нас тут, как обычно, вечеринки. У меня есть одно очко, я получил его за кадром. И я бы с вами распределил вместе, наверное. О, болевотник опять. Не-не-не, давай-ка ты этот.
Сукин сын, а? Опять попал, ты все-таки своей блеватней. Умирай. Вот так вот. С тебя опыта много. Надо быть, надо убивать блевотников всяких тоже. По пути у нас есть красное здание. Это значит, что там мы можем обустроить себе безопасную зону. Я думаю, мы этим и займемся. Почему нет? Вы понимаете, почему нет? Я тоже не понимаю, почему бы и нет. Надо на самый верх лезть, правда, чтобы это сделать, видимо. Но это ведь не проблема для нас, верно? Тут такие этажки, знаете, как в России такие панельные дома. Тоже чем-то похоже. С балконами, с пристройками. Блять! Сука, как же ты меня напугал-то, собака. Так, ладно, поехали дальше. А сука, кстати, это не мат, это литературное слово, чтобы вы понимали. Использую, правда, его как маг, но все еще. Каждый думает в меру своей сборочности. Правильно? Правильно. Так. Ну вот, собственно, я наверху. Ну хватайся, ты что, не можешь ухватиться? Странно. Как там дальше-то забраться? Оп, вот лесенка есть. Обустроим себе хату. Ух ты, сколько у вас здесь, ребята. А я думаю, у вас поменьше будет. Так. Да, не-не-не, даже не думаю, блядь, даже не думаю. Сука, выкинул меня. Ну давайте, по одному. Пошел первый, иди отсюда. Давайте еще одного. Еще, ребят. Не чувствую вас. Этот парень умер. Хорошо. Я вот, блядь, ну вот как? Ребята, ну хватит, хватит, чего сразу целоваться-то? Я ж только пришел к вам. Я боюсь с прыжка бить, знаете почему? Потому что, оп, еще один вывалился, пассажир. Держи, держи. Так, этому я размажил голову. Сюда, сюда, ребят, сюда, сюда, подходите. О, видели, как баба вывалилась? Я ей помог еще. Минус еще один. Так, и ты давай. Ты тут что, самый главный, что ли? Давай, умирай тоже. Самый умный, я хотел сказать. Главных у вас здесь нет, у вас здесь, блядь, демократия, ребята. Так, это надо включить. Отлично. А, что еще? Это недостаточно для безопасной зоны, естественно. О, смотри, еще парочка. На! Прямо в твоего дружка тебя откинул. Иди-ка сзади. О, хорошо. Иди, иди, иди отсюда. Иди, тебя здесь не рады. Один вышел. И ты иди за ним тоже. За своим дружком. Давай, давай. Я не хочу на вас тратиться. Вот и все. Вот вам и безопасная зона. Так, тут есть задание. Заказы будут доступны, когда я, видимо, сюжеточку так и пройду получше. Так, ладно. Вот безопасная зона. Здесь можно сложиться, здесь можно сохраниться, поспать. Самое приятное, наверное, в безопасной зоне, что можно спать. В чем я с оружием? Нельзя посмотреть, потому что я в безопасной зоне. Давайте спускаться потихоньку. Так, надо бы починить вот эту пушку. Это самая главная моя пушка. Я ей буду пользоваться частенько, потому что она дает больше всего урона. Она просто, ну, говна раздает. 4000 я на нее потратил, насколько я помню. И она полностью оправдывает свои деньги, я вам так скажу. Наконец-то появилась пушка, которой не надо по 5-6, ну, раз бить по зомби, чтобы его убить. Даже больше. 5-6 это еще не так много. Я вам скажу. У меня там по 7, по 8, по 10 ударов уходит на зомби, чтобы ему череп исковывать. А этой, ну, уходит 4, 3, 5. Где-то вот так вот. Как повезет. Но намного меньше, скажем так. Ребят, вы опять закрылись. Я не забыл, как вам уже подходить. Вы тут все везде протянули эту сетку вонючую. Вот у вас здесь вход. Зачем вам сетка, если у вас здесь забор лежит? В чем смысл, ребята? Райс, я пришел с выполненным заданием. По-моему, я, во-первых, не перелез, а во-вторых, там снизу зомби. О, горящий. Я прям так и знал. Иди в задницу. Вонючка. Так, я вот по этой машине, пожалуй, заберусь. Оп, я внутри. Привет, парень. Вот чертежи. Отлично, на тебя можно положиться. Не то, что на этих алкашей. Райс ждет тебя. Может, мы еще поработаем вместе? Боже, надеюсь, нет. Вот я тоже очень надеюсь. Ну что ж, сам Райс сейчас с нами поболтать хочет. Welcome, friend, опять-таки. Добро пожаловать, друг. Милосердие они принимают за слабость. Даешь им палец, и они откусят руку по локоть, понял? Я дам тебе приют, хлеб, женщин, оружие, а ты можешь выполнять... Не можешь, вернее, выполнить простого задания. Всех... Вас всех хватит. Нужно отправить тебя в яму. Я явился, наш лакей из башни. Ты принес мне что-нибудь, дружок? Да, принес. Теперь твоя очередь отдать обещанное. Два ящика антизина. Вряд ли. Серьезно? Твоя преданность башне лишь слепая покорность, Крейн. Трусливая покорность лживой системе. Ага.
Ты бездумно следуешь их правилам, как мои. Хорошая собачка. Пошел в жопу. Мы же договорились. Твоим друзьям нужен антизин. Догадываюсь, что сейчас, как никогда. Смотри, сколько у него ящиков. Но тот, кто следует чужим правилам, больше не мужчина. Но так и быть. Держи. Ты сказал больше. Это все? Ты обещал два ящика, тут только 5 капсул. Если хочешь еще, я дам тебе возможность. Боец Скорпион Джейн Альмдейр из ваших. Приведи ее. Серьезно? Я устраиваю бой на арене ради забавы. Хочу посмотреть, как дерется Скорпион. Любопытно, сколько она продержится до конца. Что? Нет! Забудь, этого не будет. Я не слышу уверенности в твоем голосе, Крейн. Кажется, ты еще не сделал выбор. Будешь верным псом и спасешь жителей башни, или будешь мужчиной и спасешь даму? Ну же! Подумай. Ха. Забавно. Выпендули. Ну, здорово. А у меня будет выбор? Отнесите антизин в башню. Да, начнем с того, что мы отнесем антизин. Вот черт. Мне уже звонят. Так, сначала мы что? Правильно свяжемся с ВГМ. На крыше свяжитесь, ну естественно. Мы докладываем каждый наш пук в этой системе. Все, что там не плюнул, все надо рассказать, а обязательно. Нам на башне это очень интересно послушать. Не на башне, вернее, на ВГМ. Та какая-то группа секретная, на которую я работаю. Так, оп. Заберемся так. Ну и что, отзваниваемся. Вам понравятся новости. Хотя вы, наверное, опять скажете, делай все как надо. Это Крейн. Доложи. Я больше не работаю на Райса. Он хочет, чтобы я похитил Джейд Альмадеир и доставил к нему для участия в гладиаторских боях. Да. И в чем дело? Что значит в чем дело? Я не работорговец. Кажется, ты забываешь, как важно получить файл, Крейн. Райсу нужна девочка, и пусть забирает ее. Ты будешь рядом и присмотришь за ней, верно? Что? Как? Что вы говорите о гуманности? Что к черту происходит? И, кстати, если этот файл может спасти мир, зачем держать его в секрете? Крейн, тебе платят не за нарушение субординации. Делай свою работу. Зашибись. Да пошли вы, уроды. Наконец-то, Крейн! Я всю игру эту ждал. Пошли вы, уроды. Слушай, ты нормальный парень на самом деле.